Да, давайте, что еще есть. А вы не можете, да? Нет. А в чем проблема? Так а от вас же получается, что здесь с мастерских не работают, да? Давно получается так. Среди операторов. Ну, мы вот подошли, 3 минуты там под дверью стоим, а это было без 5. Ой, вы работаете еще? Ну, попить у нас тут нет. А почему тогда раньше закрылись? Да, мы закрыли. Так сейчас мы уже 3 минуты стоим. Под дверью его. И вот там входите. Ну, давайте все, что есть. Что вам давать? Если что. Извещения есть у вас? А кому вы их носите? Я вам это еще раз говорю. Сегодня в судах был, поэтому как бы
говорят, что-то есть. Хотя зачем они присылают, непонятно, раз они ничего не проводят. Обязаны, наверное. Не знаю. Я не сделала накапку для лета. Клиенты жалуются, что закрываетесь раньше времени. Не закрываемся раньше времени. Ну, не знаю, ну, приходили, ушли, они довольны. А чего не отправляется назад? А почему держите? Потому что по правилам должно какое-то определенное время храниться в отделении. Ну вы же знаете, что адреса здесь не прописан. Его здесь нет. Я не вижу на вас писем. Нету вообще? Ну и хорошо, если нету. Нет, то есть подождите. То есть с последнего визита их нету. Да? Много есть. Ну, видите, что нету. Так, девочки, давайте кто-нибудь помогайте мне выдавать письма. Это очень много. Вытащим полосочку. Как освободился отсюда, так и пришел. Они же вызвали, а сообщить то, что ничего не будет, они же не сообщили. У вас получается, что с монастырщиной она работает здесь уже давно, да? Я здесь работаю, столько она работает. Ну, такое что вы знаете, да? Да, что-то раньше получится, да? О, видите как? Говорится, значит, на каждый день ездит сюда. Ну, в смысле, как когда работает. Почему бы и нет? Ну, вот правильно. Так получается, что те письма она могла фактически привезти сюда. Говорю, получается, что те письма, которые... Говорю, фактически получается, что письма она ж могла привезти, теоретически. Откуда? С монастырщины. Что им мешало? Ничего. В смысле привезти? Ну, те, которые из Брянска... Вы знаете, у нас не запрещено, хоть в Москву будет сотрудник ездить. Я понимаю, я не в этом плане говорю. То, что письма, те, которые появились. Сколько там месяцев? 2-3 там назад. Обнаруженные, которые вообще. Я не знаю, где какие там письма обнаруживает она. Ну, фактически-то получается, что это одна система у вас, одно предприятие. То есть могла привезти сюда и по чьему-то указанию. Ну, явно не по-вашему. Потому что я так думаю, что навряд ли вы это делали. А потому что у нас учение, это вполне реально. Оль, найди мне письмо первого класса. Получается, с легкостью могла привезти.
Не знаю, не могу. Ну, так вы и знать не будете, потому что наша работа, как говорится, получается на два фронта. Ну, сейчас человек обвиняется в каких-то возрастах. Ну, так а вы сами подумайте, кому интересно было вести эти письма сюда? И тем более они не были вручены, сами подумайте, они не были вручены, они находились на почте на Стрещине. Как они могли, минуя вручение адресату, изъяться из отделения этого и, соответственно... Я могу говорить только то, что в моем отделении происходит. Ну, так а вы даже и знать не будете, потому что все за вами, за вашей страной, за вашей спиной будет происходить. Вот. Тем более доступ есть. Работник-то вам там. Она же работает там постоянно, так понимаю, а к вам сюда периодически приезжает, да? Ну это ж, если вы хотите какую-то информацию официально, это в отдел кадров. Ну я понимаю, но она-то уже сказала, что она приезжает сюда. А работает постоянно там. То есть под руководством того начальника. Ну. То есть получается, что вы даже знать не знаете. Что я знать не знаю, не знаю. Ну что у вас здесь может твориться? Я все знаю, что у меня здесь творится. А что творится у меня на Крещине, я не знаю. Ну так правильно, по логике вещей это вообще, как я сначала думал, что это невозможно просто-напросто. Но оказывается, все возможно. Видите, как интересно получается. Как все интересно получается и открывается. Надо мне эту как ручку. Заполнили?